Доброго времени суток, YouTube, уважаемая комьюнити моего канала. И у нас с вами проблема. Понятно, что качество продуктов в Российской Федерации крайне низкое. В любых городах куча всяких появляется новых суши, роллы, пиццерий. Я вам должен сказать ответственно, как психофизиолог. Вот у нас в Новоуральске появилась новая, там у нас их штук 4 или 5 ли штук, я знаю, вот эти всякие там суши, роллы. Вот у нас появилась новая компания, называется она «Народные суши», это франшиза. Они находятся там во многих городах Российской Федерации, их очень много. Так вот, я вам должен сказать, вот это, господа хорошие, есть нельзя. Это вредно для вашего здоровья. Здесь прекрасный такой замечательный сайт. Вот это «Народные суши» у нас на Уральске. Меня просто бомбит от всего этого. Мало того, что ужасный сервис, грубые все вот эти, значит, девочки, принимающие заказ, грубиянки, ссут через рот, через нос еще. Значит, по всем городам Российской Федерации вот появились «Народные суши». Это говно говнишное. Это терпеть невозможно. Есть это нельзя, господа хорошие. Это вредно для вас, для вашего здоровья. Я понимаю, ну там раз в полгода, если хочется попробовать что-то необычное, можно заказать. Но многие люди покупают. Самая большая проблема то, что дети это едят. То есть понятно, детям это нравится, это вкусно. Но для вашего здоровья, для вашего желудка, поджелудочной железы, печени, это голимая смерть. И вот очередной убийца, вот эти «Народные суши» города Новоуральска, четвертая или пятая франшиза в нашем городе, все выглядит очень красиво, завлекательно, детишкам нравится. Вот это жрать, вот это говно жрать нельзя ни в коем случае. В каком бы городе вы ни находились, рекомендуем вам обходить все эти «Народные суши», всякие «Фудисоны», Соло, ну и так далее. Вот их куча у нас в городе, штуки 4 или 5, еще раз повторюсь, простите меня, пожалуйста. Замечательная такая вот картинка, которая, в которой речь идет о вашем здоровье, о вашем поджелудочном тракте, печени, почках. Все это не переваривается, все это остается в организме. Вот все эти приправы, соусы, там всякие и так далее, и так далее, и так далее. «Народные суши» — говно, говно и еще раз говно. Равно как и другие всякие там пиццерии, доставки. Ни в коем случае это есть нельзя, господа. Это смерть. На ваших экранах вы сейчас видите вашу смерть. Сигареты, мне кажется, менее вредны, как бы это то ни было. Я шучу, конечно, курить нельзя ни в коем случае. Но вот эти вот красивые картинки — это смерть ваша. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам.